что, зашел как? Успешно? Да. А ты нет? Да я тоже, конечно. Пускай будет так. Не знаю. В этой игре слишком громкий звук, так что надеюсь, так будет истинно. Но при обработке потом будет видно. Хорошо. А ну поговори со мной, а то я пока не могу понять. А, да, слушаю. Ну, изи. Ладно, пускай. Ладно, все соображения. Наверное, там настройки все настроил? Да, я еще вчера все сделал. Молодец. Что же, тогда играть онлайн, стать сервером. Да, сложность, ну, средняя, как обычно. Разрешение. Так, открытое или по приглашению? Да, пускай открыто. Все сдать лобби. У меня зависло. Не, не зависло. Так, пригласить. Ух ты, как ты меня красиво отображаешься. Смотри, зритель. Если в первой части ты Денчика видел, прям так сказать, прям в лицо, то теперь ты можешь его видеть только в виде этой маленькой аватарочки. И то под микроскопом. И то под микроскопом, да. О, ты уже здесь. А, ну я так и знал, что ты им будешь. Чувак, это традиция! Теперь я хочу поменять, только вот пока не знаю кого. А не, я хотел, чтобы ты был тем, что... Я хотел, чтобы ты вот этим был. Во. Ты издеваешься? Ну а чё? Очки везде, на голове, на глазах. Ну ладно, так уж и быть. Очкарик так очкарик. Не, ну смотри, он тебе подходит. О, два брутала. А ну-ка. Чат работает. О! Так, ну-ка. Сейчас. Опять ты спишешь. Сейчас он мне напишет. Короче, я даже писать не буду, просто скажу. Fuck you. Тогда я вот... сразу писать, тебя так... ем. Так, тогда вот так вот. No! Чего не подавился? Ну что, ты готов? Ну давай! Полетели! Грузись! So this is supposed to be the great Vinnie Cannoli. That's right, Louie. They call him the tyrant of Thugtown. Oh yeah? Never heard of that place. You're kidding me, right? You've never heard of the Thugtown incident back in 28? No, what about it? Nobody really knows what happened over there. But the story goes that the local gangsters peddled some bad hooch, turning the entire city into a bunch of crazy cannibalistic freaks. Wow, for real? Yeah, I kid you not. Zombies, dude.
In the end, the army gassed the entire town with everyone in it. The whole area has been quarantined ever since. That's freaking whack, man. So where does our little pal here fit in? Well, there was only one guy who miraculously survived the whole massacre. Didn't have a scratch. They say he must have done some nasty stuff to get out of there alive. The government tried to make him do time, but in the end, the whole incident was swept under the rug, and therefore all charges against him were dropped. Wow, seems like quite a fella. So, Tony, who was that guy? You kidding me, Louis? We're looking at him. Wow, you're joking, right? He doesn't look so tough now, does he? Just untie me and I'll give you a demonstration. He's got a big mouth, that's for sure. I got the chainsaw right here, Tony. Let's make this a night to dismember. Good one, Louis. But no can do, my friend. The Dark Don wants him alive. But we can straighten him out a little bit first. You guys are freaking hilarious, you know that? Oh, yeah? How's that? Because you really stink at tying ropes. No! I have a weather forecast for you, Louie. It's gonna be bloody, bloody with a chance of body parts. А начало мне нравится. Я буду всех рубать. Оля, леди! Оно двигается! О, о да! О! Мой ник видишь, да? Конечно. Я могу шевелить мышкой. Это, все. Конечно, очень-очень хорошо. Все, геймпад, пора тебя выкинуть. Я шучу. Ну в смысле? Что никак? Ну ладно. Чё, тупик? Обидно. О, тратится. Серьезно? Обидно. Блин. Так, ладно, пинок правой кнопкой мыши, окей. Ага, ага. Прыжок. О, а прыжок довольно массивный. О! Дважды! Мама дорогая. Теперь еще выше можем прыгать, чувак. Нам это в оригинале так не хватало. О! Shift нажми. Ага. Control ничего. Это присесть. Перезарядки пока нету. Ну, в принципе, да, логично. Ну ладно, пошли. О, там чувак, разберёмся. Чувак, подожди. Зажми Tab. Ну да, выбор оружия. Надеюсь, нам за это счет не выставят. Да пофиг. Короче, если что, свалим на этих двоих упырей, которые валяются тут. Короче, колесиком мыши, да, тоже менять. О. Ну что, побежали? Йоу, просто это нарушение всех правил человека. Какого человека? Ты кого-то видишь? О, так вот где был Санта-Клаус.
А, оказывается, в первой части мы нашли только его саночки. А, гори. У меня это, у меня типа это, есть купон на кремацию. Я понял. Черт, а ты жестокий парень. Оп. Черт, ну мне вторая часть больше нравится. Боже, я никак не привыкну, что я могу наконец управлять мышкой. Погодь. Я тоже, я путаюсь. Вот так, вот изи. Какого? Йо. Но вот эта точка очень сильно спасает. Ага. Ага. Оп, 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 оп. Боже. Нет. Торпидос, мой друг, торпидос! Харби, харби его! О, вот сзади. Чудак в сортире! Ты прикинь, я такой сидишь, срёшь, срёшь, читаешь газету, такой чудак с бензопилой забегает. Ну да. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Обстрел, обстрел! Он мой! Я беру его на тебя! Он мой! Сюда иди! О, да, детка! Ох, надо привыкнуть к этому. Погоди, надо тут все обшарить. А то мало ли чё. Помнишь, как тогда? О, теперь можно уходить вообще за пределы экрана. А, и в смысле? И получается ты... И ты... Ага. Вот так оно работает. Окей, это удобно. И чё? И чё ты мне сделаешь? А ну да. А ну, и чё? И чё? И чё? И чё? И чё? Ай! О, да, детка! Ну да. Теперь тут можно быть... О, как он? О, патрон наверху. А, вот, вот, наверное, про вот эти вот. Где он имел свинду прыгать на самый верх. Ну давай посмотрим. Ба-ба! О, патрончики. Чек! Здрасте, теперь ты у нас аналог, типа, бешеного. Сдохнешь ты уже. Пусто. О! Не, это не здесь. I'm gonna teach you a lesson, boy! Откуда ты тут взялся? Чу-чу. Я понял, что ты имел в виду. Я так и знал, что они будут лезть со всех сторон. Это трехмерная графика, чувак. Ну да. Опа. А я извиняюсь. Я бы хотел постучать, но получилось слишком громко. Походу, из тебя отличный взломщик мебели. Не. Там пусто? Я туда даже не допрыгиваю. Так, все, моя бензопила, походу, кончилась. В смысле? Чё? Так, зажмите S и нажмите... А! О, блядь!
Это у нас местный, ну ты понял. Пошел на. Он был местным. Ну, это, короче, местный спортсмен. Там даже потерять не могу. Это было неожиданно. Цензура. Так, загнал его, зарубил там. О, жидки. Погоди, тут там чек. Чекпоинт. Что тут? Бензопила. Да, подожди, я иду. Или это не здесь? Нет, наверное, это не здесь. Блин, теперь у меня паранойя. Нет, это вау, блин, нет, это далеко не здесь. Да блин. А, блядь. Ну да. Тут нету ничего такого. Ху-ху. Блять, ты меня задолбал. Чувак, у тебя есть точка, она позволяет тебе точно целиться. Пользуйся этим. Кому я об этом сказал? Так я и целился. Ёпрасота. Нравится это? Ничего, там ничего. О, вы что-то пропустили. Что мы пропустили? Мне кажется, мы пропустили пасхалочку. Не. Да. По-моему, мы пропустили ее. Да, да не. Было сказано, что тут должны быть типа бандюки и копы в одном месте. Но мы пропустили одну жидку. А, тебя это которая была, которая была в здании. Да, я просто думаю, блин. Да. Ну что за куколя? Шо, вернуться мы уже не можем, да? Ой! Подожди, патроны. Ну что ж поделать. Ну что, мы пытались, главное. Мы пытались. Автомат! Найс! Оу, я! Перезарядка. Изи. Даже не глядя. Чувак, у тебя тоже этого чувака сильно колбасит? Ага, да. Стоп, подожди, я вообще ничего не вижу. Ох, ебать. Тихо. Фу, блин. А ну-ка. А, горит, горит. Ёпт
твою мать. Это что нахрен было? Колеса все катятся и катятся. А это физика, брат. Это физика. Так, наверху. Ты, блядь, сука. Пау. Обожаю эту точность. Мне кажется, Илью нужно взорвать. Да, блядь, сука, меткие твари. А ты что же теперь меткий? Это точка реально, это чудо. Блин. Хрена лысого, понял? Ну ладно. Слушай, мазапака. Так, ну ладно, перед смертью не наешься, поэтому пускай будет ему последнее удовольствие. Нужно ближе к тебе. Ближе, ближе. Сука, встаньте! Хорош. Надо повыше. Да, надо повыше. Стоп, а внизу ничего у нас не осталось? Не, я все проверил. Ага. А лезут-то они, лезут. О, это от тебя они у меня тут вниз падают, как ухарелые. А, ну. Огнемет! Звеняй, но мне его тоже надо взять. А, все, я вспомнил, да. Тут чел говорил, что огнемет он по пути уже взял. То есть он сначала взял огнемет, а потом только будет вот эта штука спасал. Так что не, мы еще не пропустили, это радует. Ай, блин, я самый вниз спустился, я упал вообще. Малять. Ну что ж, теперь ищем пасхалочку. Так. У-у, мама дорогая.
Гори, гори, ясно. Аптечка. Нахер, нахер. Это они все лезут и лезут. Чувак, хватит. У меня тут слишком много тел. Ты прикалываешься. О, внизу еда. Метатель мертв. Ага, так. Стоп. Вот надо поверху идти. Так, нет, туда мы не допрыгиваем, я понял. О, еда. Just like mom used to make it. Ой, блин! Ух ты! Оп! А. О, блин! Погоди, не. Я хочу с тобой. Да тут не надо идти, тут, блин. Пик на тупике. Так, я с другой. Я на левой части крыши. Я понял. О, тончики, тончики нужны. Вот так оно работает, да? Ну ладно. Ладно, прикольно. Один пистолет с бесконечными патронами, два пистолета уже с конечными. Я заметил. Это... Капец, они реально лезут со всех щелей. А я тебе... О, дробаш! Окей. Так, что у нас тут? Еще? Отходим, отходим, отходим! Нафиг! Сука! О, блядь! Блин, не допрыгиваем до крыши. Ладно, огнемет у нас есть, значит пасхалка должна быть скоро. Так, ну, постой, что? Постой, постой, подожди. Что? Я подойду. Я сейчас хотел вырубить-то запись. Ну, пока Денчик отсутствует, по неизвестным причинам. О, я в домике. До встречи.